В Магадане начали приемку школ к новому учебному году. Прежде чем дети пойдут получать знания, комиссиям предстоит проверить 20 учебных заведений на наличие необходимых условий для повседневной учебы детей. В контрольную группу вошли заместитель главы Магадана Юрий Казетов, представители общественности, департамента образования, отдела охраны здоровья и пожарной безопасности. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, первоклашки побывают на праздничной линейке в начале сентября. В этом году у нас уже записалось 1106 детей, ожидаем порядка 1200, в принципе, на уровне прошлого года. Самый главный критерий – это, конечно, выполнение противопожарных мероприятий, санитарно-гигиенических. В условиях ограничительных мероприятий, которые, в принципе, будут распространяться и во время образовательного процесса, это, наверное, одна из составляющих. К концу августа городские школы укомплектуют всем необходимым оборудованием. Это рециркуляторы для обеззараживания воздуха и тепловизоры для определения температуры у посетителей на расстоянии. Коллективы во время учебы максимально разобщат, а время посещения школ распределят с учетом наименьшей вероятности контактирования учеников.